Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Пес», шестой сезон. Сюжет. Главные герои сериала – полицейский Максим Максимов и его верный пес немецкой овчарки по кличке Пес. Макс и Пес вместе расследуют сложные дела и дружат, помогая друг другу во всех делах. В предыдущем сезоне напарники сблизились еще сильнее, Макс стал замечать, что пес становится похож на него самого. Вместе они бесстрашно вступают в схватку с преступниками, которые становятся все более жестокими. Пятый сезон был насыщен драками и погонями, в которых герои чаще становились победителями. В распутывании опасных дел парочке помогают бывшая жена Макса Лена и ее новый избранник Леонидов, который до сих пор ревнует ее к старым отношениям, а также Гнездилов с его нестандартным подходом к расследованиям. Четвертая серия – «Смертельное шоу иллюзиониста-убийцы». 35-летнего Бориса Баринова нашли мертвым в ванне. Мужчину связали цепью, заклеили рот и бросили умирать в полную воды ванну. Самое удивительное, что ключ от замка на цепях убийцы оставил в той же ванной комнате, только сверху на тумбочке. Похоже на популярный фокус с цепями в аквариуме иллюзиониста Дэвида Копперфилда, но неудачный. Пока следователи пытались выйти на след убийцы, Гнездилов решил стать вторым Копперфилдом. То хотел распилить Елену, то порвал на куски 100-долларовую купюру Лёши, то удивлял эффектом исчезновения администратора в отеле. Удалось ли ему освоить сложное искусство иллюзии? Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.